Поехали, снова Стас. Очередная секретная доработочка. Почему секретная? Потому что эта вещь не от этого автомобиля, а от Lada Largus. Но я на свой страх и риск купил эту вещь. Надеюсь, она подойдет. Сейчас мы это и проверим. Смотрим. Ну вот, накладочки. Вот такой пришли в коробочке. Фирма Mavica. Вот так упаковано, в полиэтилене даже. Написано: карманы сиденья с локатками салазаклада Largus все года. Кому интересно, вот его артикул. Вышло мне эти накладки вместе с доставкой. По авито доставке заказывал 900, по-моему, 19 рублей. Ну вот что они себя представляют. Пластик АБС. Здесь вот гладкая поверхность, которая будет на ковролин. А это вот непосредственно сверху. И вот сейчас посмотрим. Будем их устанавливать. Здесь что-то еще у нас. А, это просто что-то ихняя фабрика, которых производит Mavic. Вот такая шагрень. Такая поверхность, как обычно, укладок бывает. Вот их я и буду устанавливать сегодня. Ну, сперва наперво уберу все коврики спереди и сзади. Ну, теперь надо, как обычно, здесь прибраться и пропылесосить. Я думаю, это не проблема, сейчас этим займусь. Вот видите, эти места сзади пассажиров, задних пассажиров, ничем не прикрыто, вот это голый металл. И он потихоньку начинает эти ржаветь. Как с левой стороны, так и справа. Справа вот сильнее выражено. Потому что если пассажиры, многие бывают влажные, обувь, сюда стекает вода и вот начинает коррозировать. Вот. Вот поэтому я эти салазки и хочу поставить, чтобы вот этого не было. Потому что многие спрашивают, зачем опять ставишь, лишняя просто трата денег и ни к чему это. Но я так не считаю, потому что вот, вот это я считаю, что не должно быть, чтобы в салоне был кузов голый металл. Это надо обязательно прикрыть. Вот именно поэтому я их и приобрел. Сейчас вот эту ржавчину я попробую удалить специальным средством. Вот такое средство у меня есть. Специально вот высокоэффективный растворитель ржавчины. Вот с помощью него я и удалю эту ржавчину. Но прежде чем это сделать, я, конечно, откручу вот эти винты, чтобы было лучше туда подлезть. Ну вот салазки убрал. Здесь, видите, уже пошла небольшая коррозия. Поэтому это сейчас надо обработать, прежде чем закрывать накладочкой. Дополнительно еще обработаю эту поверхность, где ржавчина, вот этим средством цинкарь. Кто знает, тот знает, почему это хорошо использовать, скажем так, быстро, чтобы, ну, не сдирать краску, не зачищать, чем-то обрабатывать. Вот это нанес, и он образует какую-то такую оксидную пленочку, которая препятствует дальнейшему появлению ржавчины. Ну, а теперь попробуем эту данную накладку засунуть сюда. Это делается, на мой взгляд, не очень сложно. Вот это я открутил салазки, приподнять и туда подсунуть. Снимать и делать одновременно не смогу, поэтому сделаю и покажу. Пришлось сиденье сдвинуть с места, а то очень неудобно. Поэтому сейчас я здесь поставлю вот так, гораздо удобнее ставить. В итоге вот так вот получилось. Здесь немножко придется накладку как-то подвести, сейчас попробую. Конечно, она не родная, поэтому немножко пришлось помучиться. Но имеем, что имеем. Здесь вроде номер видно. Немножко закрывает, чтобы... Можно все равно толкнуть, не так сильно закрывает. Номер видно. То есть вот так вот получилось спереди. Вот так получилось сзади. Но лучше, чем было. Эту ржавчинку тоже еще обработаю, чтобы не было видно. Ну вот как-то так. Вот как получилось спереди. Пришлось немножко вот эту накладочку подрезать. И термофеном, скажем так, под форму, чтобы совпадало, потому что все-таки это от Ларгуса. Но смотрится гораздо лучше. Здесь даже появился дополнительный кармашек. То есть все сейчас смотрится более-менее. Ну, то же самое сделаю по той стороне, показывать уж не буду. С левой стороны получилось вот так. То
Тоже пришлось немножко подрезать и термофеном поработать. Так что считаю, что все смотрится довольно-таки неплохо. Передний и сзади. Вот как-то так. Начался как раз до дождя, успел. Вот коврики положил, смотрите, что нечистое. Так. Ну вот как смотрится. Считаю, что неплохо. Так, это со стороны пассажира переднего. Даже гармашки теперь появились вот такие. Можно что-нибудь положить. Здорово. Ну и вот здесь. Тоже все хорошо, красиво. Сейчас утром надо раскрывать машину, дождь пошел. Так что, вот так вот получилось. Я считаю, что, ну и зря, тоже гармашек. Вот так вот получилось у меня замечательно, я считаю, на мой взгляд. Считаю, что данная доработочка на мой автомобиль необходима, так как автомобиль у меня надолго, я считаю, и я думаю, что и у вас надолго, потому что новый автомобиль сейчас, увы, позволить себе может не каждый, точнее, далеко не каждый, потому что цены, как знаете, возросли даже на 100% по сравнению с двухгодичной давности. Ну вот, доработка сделана на мой страх и риск, потому что когда я заказывал эти накладки, я не знал, подойдут они или нет, но все-таки они подошли. И я считаю, что очень даже не зря их поставил. Можете их тоже поставить, если захотите. Тем более цена у них приемлемая, считаю. А так, кому понравилось, пальчики вверх. Не забывайте подписываться на канал Автосала на Рутубе. А так, всем пока и берегите себя.